Я вот думаю, все-таки уникальная у нас страна. Уникальная. Я как-то ехал по трассе Москва-Нижний Новгород и прямо у дороги увидел два щита, один под другим. Сверху было написано: «Водитель, счастливого пути». Ниже: «Мост разобран». Вот в этом вся Россия. Казалось бы, сейчас во всем мире бушует кризис. Европа в панике, наши хохочут, анекдоты придумывают. Встречаются два банкира в кризис, и один говорит: «У тебя как, коллектив на работу ходит?» «Ходит». «А ты им зарплату платишь?» «Нет». «И у меня то же самое». «Что ж делать будем?» «А давай сделаем вход платный». Сделали. Через неделю встречаются, наверное, захлопали те, у кого сделали, да? Через неделю встречаются, ну как, твои ходят? Ходят, но экономить стали. Это как? А в понедельник приходят, в пятницу уходят. Мне уходящий год подбросил замечательный армейский сюжет, который я авторски немножко переработал и который хочу сегодня вам показать. Слушал в одной части товарища Средней Азии, рядовой Саидов. Ну, так случилось, что Саидов до армии по-русски не говорил. Армия, как могла, обучила Саидова великому и могучему. Вы понимаете, первое слово, которое он выучил, было слово из трех букв. Вот не ха-ха-ха. Это было второе слово. А КПП, потому что Саидов там постоянно дежурил, а прямым командиром у него был капитан по фамилии Таран. И вот однажды Саидов дежурит, на пульт звонит сержант Цибулин, звонит, чтобы узнать, на месте ли капитан Таран. Саидов слышит звонок, человек из полной торжества момента, все-таки на посту, гордо снимает трубку, четко произносит то единственное слово по-русски, которое он знает наверняка. КПП! Сержант Цибулин: «Саидов, ты?» «Туда точно!» «Саидов, ты не волнуйся. Я же ничего такого не спрашиваю. Я просто прошу, Саидов, прошу, скажи. Таран там?» «Таран там!» «Саидов, ну давай так. Вот как твоя фамилия, Саидов? Скажи мне, как твоя фамилия, Саидов? Ты не можешь сказать, Саидов? Как твоя фамилия, Саидов? Скажи мне, Саидов. Твоя фамилия как, Саидов? Скажи мне, твоя фамилия, Саидов, как?» КПП! Нет, все хуже, чем я думал. Саидов, я сейчас по-другому вопрос задам. Внимательно послушай, Саидов, внимательно. Там Таран. ППК. Саидов, ты специально издеваешься, нет? Я же ничего такого не спрашиваю. Я спрашиваю одно из двух. Таран там или там Таран? Все. Что, непонятно? Ну совсем-то без мозгов нельзя быть, Саидов. Ты такой же тупой, как этот твой капитан Таран. Ты меня слушаешь? Капитан Таран, слушай. Кто это? Сержант. Вернее, младший сержант. Какая разница? Сержант, какая разница? Что звонишь? Узнать. Таран там? КПП. Я понял. А там Таран? А я откуда знаю? А я уже понял, Таран тут. А Саидов в курсе? А Саидова нет. Он ушел на ППК. Ну это иди. Есть.